Уласная распрацовка Могилёвского предприемства «Технопласт» «Сучасный катер» хутка пройдет выпробование на рации «Днепр». Робить его для погранкомитета Беларуси у межах международной программы взмацнения водной и зеленой мяжи. Подробности у Татьяны Сергейчик. Гэта тканіна промысловае шкло. Один квадратный метр важить паўкілаграма з розных шкломатэрыялаў, спецыяльных смол. Атрымліваецца структура утрая больш моцная, чым алюміній. Катер – уникальная машина, которому хватает 10 сантиметров воды для того, чтобы проскочить мель. За счет того, что оптимизированы обводы корпуса, мы можем использовать очень малую мощность двигателей. Корпус вот этот построен специально для того, чтобы предусмотреть условия эксплуатации сложные, потому что эксплуатируется на мелководных реках, где есть каменистые участки, есть топляки. На створение корпуса пошло 5 месяцев. Засталось только установить технику и меблю. Комплектация катера, кажут, как у самолета. Катер оснащается РЛС, которая позволяет вести наблюдение круглосуточно. Для того, чтобы выйти в наряд на 2 или на 3 суток, предназначен для 12 человек. Могилёвское предприемство 20 годов робить дробные катеры, лодки. Погранкомитет вырешил переузбраить силы береговой аховы Беларуси. Для их технопласт спроектовал зусім новое судно. 6 катеров поспехово працуют. 2 великих другой модификации хутка поставить заказчику. Собственная разработка компании, вот этот вот катер, аналогов нет таких. Так что, и вот делать это все с нуля, готовое изделие отдавать потребителю, это очень так... Гордость за Могилёв, да? Да, да, да. Катер поставляют по международной программе «Узмацнение водной и зеленой мяжи», финансовый проект «Евросоюз», чистый экспорт для властных потреб. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, «Новин регион».